люди очень опрометчиво создают сайты и думают, что их сайт кто-то должен находить. Потом запускают рекламу, ее запускают в Facebook или запускают ее где-либо. На самом деле так это все или так эта система не работает. Все надо начинать так. И у вас уже есть сайт, я вас поздравляю. Вы первый этап преодолели, то есть создали программу, создали сайт с описанием и так далее. Теперь вы должны донести себя и создать экспертность свою. Каким образом? Легче всего это сделать так. Сделайте в Facebook ролик или в YouTube ролик, где призовете или скажете людям о том, что вы собираетесь преподавать то или иное обучение или создавать такое обучение, и включите интересы этих людей в Facebook или в YouTube. Выберите свою аудиторию, которая будет находиться рядом с вами, выберите показы и запустите такую рекламу. Тогда именно через YouTube и Facebook и Instagram к вам будут записываться и вас будут находить. Вообще я хочу сказать, что продажа или искать людей через сам сайт очень сложно. Это чрезвычайно сложно сделать. Почему? Во всем мире количество сайтов, даже с вашей тематикой, даже по вашему региону, оно бесчисленное количество. А количество людей, которые ищут возможности пройти такое обучение, оно есть, но этих людей чрезвычайно сложно находить. Обычно это делается заведомо. То есть человек публикует что-то бесплатное, допустим, какой-либо пост, 1, 10, 100 постов, после чего выкладывает YouTube какое-нибудь объяснение того, чем вы занимаетесь, почему это необходимо, после чего начинает продвигать это в каких-то идиоматических группах, в которых находят таких же людей. То есть это такой вопрос ни одного дня. То, что вы сделали сайт, это очень хорошо. Теперь начните о нем говорить. Начните говорить в стримах в ТикТоке, начните говорить в прямых эфирах, в Ютубе, в прямых или коротких эфирах, в шортсе. Старайтесь находить ключевые слова и так далее. Продажа через интернет — это, ну, наверное, искусство на сегодняшний день, потому что приходится общаться с большим количеством таких же желающих продавать в интернет людей и сделать это с разгона, нахрапом, и вот так, скорее всего, будет очень сложно. Мой совет: начните продавать через Инстаграм. Сделать это легче всего. В Инстаграм больше всего людей. Я являюсь поклонником YouTube, но дело в том, что с YouTube не так все легко. В YouTube нужно завоевывать, наверное, так нужно сказать, очень долго. То есть это дело не одного дня. Вот смотрите, как это все работает. Очень часто человек создал 100 видео, опубликовал и думает, почему к нему не приходят и его не видят. Дело в том, что нужно для того, чтобы YouTube-канал хорошо работал у вас, для того, чтобы он создавал для вас имя, необходимо сделать так, чтобы у вас было 1000 видео. Смотрите, 1000 видео будет около 500 тысяч подписчиков. Будет у вас 2000 видео, будет у вас около 1 000 000 подписчиков. Это в том случае, если ваши видео будут нерелевантными, то есть не будут иметь ярких названий и так далее. А если вы немного поработаете над тегами, над описаниями и так далее. Почему так устроено? Один человек должен найти одно видео, а так из-за того, что видео много, и у них разные названия и описания, такие видео будут видеть много людей, они будут попадать где-либо в каких-либо каталогах. Люди начнут находить, один человек может одно, два, три видео посмотреть на вашем канале, и из-за этого появляется там 1000 человек, которые приходят и смотрят, потом 10 тысяч и так далее. Если у вас только 100 видео, ну, таким бесплатно, вы, скорее всего, канал не раскрутите.